Между тем, Комитет по защите и развитию конкуренции начал расследование в отношении авиакомпании Air Astana и SCAT из-за высоких цен на билеты. Основанием стала жалоба Комитета гражданской авиации. По результатам проверки дадут оценку обоснованности стоимости билетов, отметили в ведомстве. Напомню, ранее президент Касым-Жомарт Токаева возмутила их дороговизна. В конце прошлой недели появилась долгожданная новость для тех, кто летает самолетами. Наконец-то в отношении монополистов рынка авиаперевозок Air Astana и SCAT начато расследование по стоимости билетов. В нашей студии председатель комитета Рустам Ахметов. Рустам Нурланович, добрый день. Добрый день. И скажите, пожалуйста, эта новость обсуждалась уже в течение 5 лет, об этом говорил наш Елбасы, даже Касым-Жомарт Токаев. Почему сейчас только сформированы какие-то претензии? Во-первых, о претензиях говорить рано, то есть наличие претензий покажет результаты расследования. Во-вторых, ранее антимонопольный орган уже выходил на расследование в отношении Air Astana. Это было в 2016 году, поэтому вопросы ценообразования на рынке авиаслуг всегда находятся в постоянном контроле. Подскажите, сейчас у нас на рынке сколько авиаперевозчиков? На сегодня на рынке действует 8 авиаперевозчиков. А претензии предъявлены сейчас к СКАТу и Air Astana? Да. Пока открыто расследование в отношении 2 авиакомпаний. 16 сентября мы зашли на расследование, сделали запросы, и на текущий момент готовится информация данными авиакомпании. А по вашим примерным подсчетам, сколько будет идти это расследование? Когда будут какие-то результаты? У нас срок проведения расследования составляет 3 месяца. При этом за месяц до окончания расследования мы должны представить проект расследования, проект заключения авиакомпании. Угу. Поэтому 3 месяца – это предварительный срок. В случае, если понадобится необходимость дополнительного изучения информации, срок расследования может быть продлен до 2 месяцев. Ну вот, Рустам Нурланович, в моем понимании, когда предъявляются какие-то претензии, существует понимание, сколько должны стоить билеты вообще, да, авиабилеты. У вас есть какие-то цифры относительно того, приблизительная цена? Вот, например, самое популярное направление – это Нур-Султан, Алматы. Сколько должны вообще стоить билеты, по вашему мнению? И сколько они стоят сейчас у наших монополистов? На основании для начала расследования необходимо 2 факта. Первое – это доминирование компании. И второе – это превышение цен этих компаний, цен своих конкурентов. На текущий момент установлено доминирование SCAT и Air Astana свыше 70%. 70%? 70%. А да, ваши цифры какие? Сколько у них сейчас стоят билеты? Что касается средних цен, то цены Air Astana по всем 20 маршрутам, где она работает, превышают средние цены других конкурентов в целом на 17%. Ну вот я у вас видела какие-то цифры в бумажке. Да, можете что-то озвучить? На отдельных маршрутах Air Astana цены превышают других авиакомпаний на 34%. Это по авиамаршруту Нур-Султан-Актобе. Нур-Султан-Шымкент на 30%. На маршруте Алматы-Актау на 34%. То же самое у SCAT. На маршруте Шымкент-Актау и Актау-Уральск цены SCAT превышают 21,39% своих конкурентов. Угу. Это явилось основанием для начала расследования. Что касается вывода обоснованности цены, которую мы считаем допустимой, то это покажет только результаты расследования. Сам факт превышения цены еще не означает нарушение, поскольку с одной стороны, у этих авиакомпаний наибольшее число авиапарка. Этот авиапарк современный. И на текущий момент основная затрата этих авиакомпаний – это лизинговые платежи по покупке новых бортов. С другой стороны, мы понимаем, что как компании применяется новая система динамического ценообразования. И в условиях доминирования, применения этой системы, которая распространена в Европе и европейских странах, оно должно быть подлежать какому-то ограничению. То есть соответствовать нашему антимонопольному законодательству. Это мы сейчас и изучаем, и установим по итогам расследования. Ну вот и все-таки, могут ли потребители надеяться, что после данного расследования цены на авиабилеты как-то снизятся?
случае, если в отношении авиакомпании будет установлено наличие монопольно высокой цены, то мы обязательно вынесем предписание о снижении цены. Еще вопрос. Что грозит авиаперевозчикам в случае нарушения? Все-таки, если подтвердятся ваши факты? Антимонопольное законодательство предусматривает очень высокие штрафы. Это 5% от дохода, который получен в результате нарушения законодательства. И плюс изъятие монопольного дохода, который рассчитывается по итогам определения затрат авиакомпании. Хорошо, понятно. Думаю, что мы с вами обязательно еще встретимся, когда все дело завершится, потому что наша аудитория ждет ответов на все вопросы. Обязательно. Спасибо. Мы покажем результаты расследования.